Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России предложили ужесточить наказание для пьяных водителей. Инициатива исходит от одной из общественных организаций, которая направила соответствующее письмо в Министерство внутренних дел. По мнению активистов, штраф за пьянку за рулем необходимо поднять до 60 тысяч рублей, плюс лишение прав на срок от 2 до 3 лет. Если же нетрезвый водитель перевозил ребенка, то ходить ему пешком от 3 до 5 лет, а также выплачивать штраф в 90 тысяч рублей. Трасса 101. В законодательство могут включить еще одно основание для лишения водительского удостоверения. Это хулиганство за рулем, совершенное неоднократно. Такое предложение высказала в Госдуме одна из женщин-депутатов. По ее словам, она посмотрела видеоролик, как во Владивостоке водитель намеренно окатил пешеходов водой из лужи и сам выложил видео. Безнаказанным это оставлять нельзя, возмутилась народная избранница. Законопроект уже готовится, заявила она. Трасса 101. МВД настоятельно советует российским водителям не покупать диагностические карты в пунктах ТО, у которых нет лицензии. В противном случае можно загреметь по статье 327 УК РФ «Приобретение заведомо поддельного документа», «Наказание, ограничение или лишение свободы на срок до 1 года». Полицейское ведомство напоминает, что с конца июля проведение техосмотра нелегальными организациями чревато возбуждением уголовного дела. Трасса 101. В нашей стране растет число автоаварий с участием автомобилей такси, а также происходящих непосредственно по вине таксистов. По данным ГИБДД, цифра за первую половину 2020 года уже сопоставима с данными за весь 2018. Это побуждает власти к внедрению различных ограничений в отношении извозчиков. К примеру, в Москве в ближайшее время хотят запустить сервис, который не позволит получать заказы тем водителям такси, которые часто нарушают ПДД. Трасса 101. Почти 60% российских автомобилистов признались, что не смогут оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП. Опрос провели издание «За рулем» и агентство «Автостат». Только каждый шестой респондент заявил, что будет действовать уверенно, остановит кровотечение или наложит шину. Еще каждый четвертый считает, что сидеть, ну или стоять, сложа руки, не будет. Но вот получится ли помочь раненому – не факт. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.